Саровская поэтесса Мария Затонская стала победительницей национальной литературной премии «Русские рифмы. Русское слово» в номинации «Поэзия». Призом для молодого автора стала возможность издать свои стихи в крупнейшем российском издательстве «Эксмо Аст». Достижение, на мой взгляд, очень солидное, так что, друзья, с нетерпением ждем выхода книги и наслаждаемся стихотворениями замечательной поэтессы. Вчера подрядчик приступил к сносу бывшего здания общежития на улице Зернова, 24. Все демонтажные работы планируется завершить до конца текущей недели. Напомню, что на основании итогов аукциона ООО «Стройинвест-С» построит на этом месте новый дом, 30% квартир в котором муниципалитет безвозмездно передаст очередникам. Кроме того, на аналогичных условиях подрядчик построит пятиэтажный дом на улице Зернова, 43. Готовы дома будут в 2021 и 2022 году соответственно. По крайней мере, хочется в это верить. На Саров обещают пролить еще немного денежного дождя. В этот раз в рамках нацпроекта «Культура» нам выделят аж 14 миллионов рублей. И все они отправятся на ремонт музыкальной школы. Все работы планируется завершить в текущем году, но есть вероятность переноса занятий в другое здание с нового учебного года. Информационное агентство «Зато новости».